несостоявшееся покушение. Кому мешает британская королева и почему от Елизаветы II хотят избавиться? Светлана Чернецкая из Лондона. К этому моменту Ее Величество Елизавету II уже оплакивал бы весь мир, если бы не счастливая случайность. Полиция арестовала 4 мужчин в рамках борьбы с радикальными исламистами, потенциальными бойцами террористической организации ИГИЛ. Оказалось, как раз вовремя, за день до совершения ими убийства британского монарха. Устранить ее планировали публично, на глазах у сотен людей, на торжестве, посвященном Дню памяти погибших в Первой и Второй мировых войнах. Скотланд-Ярд не сообщает никаких подробностей происшествия, но журналисты таблоида Sun уверяют, 88-летнюю королеву собирались зарезать ножом. Букингемский дворец не комментирует неудавшиеся покушения. Известно только, что участие Ее Величества во всех запланированных мероприятиях остается без изменений. Задержанных продолжает допрашивать полиция, в их домах обыски. Все заговорщики мусульмане от 19 до 27 лет. Истории неизвестны случаи особого внимания террористов или психопатов к Елизавете II. Инцидент в 81 году и покушением-то сложно назвать. Это было на военном параде. Королева возглавляла конную колонну, когда со стороны зрителей раздались выстрелы. 6 подряд. Стрелка задержали тут же. Оружие оказалось не настоящим. Это был стартовый пистолет с холостыми патронами. Нападавший получил 5 лет тюрьмы по статье «Государственная измена». Оказалось, безработный просто хотел прославиться. Какая участь ждет тех, кто сейчас планировал покушение на Ее Величество, скоро узнаем. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».